Друзьяшки, всем еще раз привет, доброго времени, вечера, дня и всего того, чего вы хотите. Мы возвращаемся, и у нас с вами матч команды Добрый Гейминг, они же X-Meet U-Makers и команды Клан Мистик, которые вот-вот начнут играть. Я фикшу сейчас нам титры, друзья, чтобы они у нас работали. И сайдпик, все будет спокойно, тихо и без, наверное, каких-либо... Так, не работает теперь титры по той штуке, которую я делал. Ладно. Ладно. Окей. Будем смотреть так, да? Да, давай так посмотрим. Knife Round. Команд Клан Мистик и Добрый Гейминг. Кто же начнет за дифом, кто будет атаковать? Кто же сильнее ножа? Кстати, знаешь, что мы посмотрели? Да, что? Посмотрели инвентарь Вурда. И оказывается... Там была цибуля? Там была не только цибуля. А что случилось? Цибули хватило бы на, наверное, все население Украины. Егор, у нас ЧП, у нас все висят, стоят, ничего. Опа, опачки. Поехали, скейтеры. Так вот, у Цибульского в арсенале около... Что-то сейчас скажу. Где-то ключей 300 или 400. Он, походу, польские фанаты очень, знаешь, добрые и щедрые, судя по тому. Где-то около... Где-то около 12 или 15 ножей, причем очень крутых, типа Crimson Web, Bayonet и тому подобное. Короче, все что угодно. Очень богатый игрок в плане шмоточек. Ты меня заинтриговал. Ты хочешь посмотреть? Да. Цибуля Гейминг. А он, наверное, сейчас в офлайне, и я даже не помню, как у него тут. Он у меня был как-то... А ты выбери его и можешь перейти на его страничку. Нет, тут нельзя так сделать, тут уже типа... залочена эта штука, эта функция. Так, все, я потерялся вообще, у меня тут все повылезало. Друзья вернулись. Да, друзья вернулись. Короче, Вурд очень богатый. Богатый парень. Значит, его можно разводить на девайсы, и мы займемся с ним. Знаешь, он, мне кажется, он продал душу дьяволу какому-то киберспортивному. Да, чувак, просто продадим ему слот на лан-финал, и так уж и быть, по доброте душевной. Так, снова титры вернулись, ура. Но на время, конечно, они вернулись, так что... Все, смотрим. Клан Мистик, друзья, в составе Кеннис, Кио, GMX, SF, Hearts играют уже. Раунд на Б-плент. Пробивается Кио, обходят так, Минис и Банду. Так, начинает, забирает Кенниса. SF отвечает тем же. Так, Мичу приходит на хелп. Ну, тут, по-моему, сейчас примут просто французов на развале. Да, Мичу. Смотри, Мичу развалил троих игроков команды Клан Мистик в живых. Остался только GMX, и Ковальский забрал его. По красоте. Все по красоте. Так, ну что ж, в этом матче по факту ничего не решается. Только для Клан Мистик, наверное, что-то решается. Потому что Добрый Гейминг уже не претендует на лан-финалы. Но Так, матч на паузе, ура. GMX вылетел. Но заставить как бы попотеть французскую команду, я думаю, Лурд и Банда смогут. Вообще на фоне их они должны здесь потеть, стараться все-таки им же в интересах Лурда и Банды занять какое-то... Ну, более чем, не знаю, восьмое место на SLTV Star Series, потому что команде нужен спонсор, и этого спонсора найти можно только вот таким путем. Это отыграв на ура в матче, в оставшихся матчах Star серии, и то не факт, опять же. Ну вот против другой французской команды, именно против LDLC, Добрый Гейминг начали как-то очень провально, проиграли первую половину со счетом 14-1. Ну да. Ну, если, например, зайти на CSGO StarLadder TV, вы можете увидеть то, что Клан Мистик сейчас занимает 11-ю строчку рейтинга. Они отыграли 6 матчей в этом сезоне, 3 из которых им удалось выиграть, 3 из которых они проиграли. 9 очков минус 13 по раундам. Это очень-очень болезненная статистика. Еще одно поражение для Клан Мистик — это точно минус шансы на лан-финал уже 100%. Вот, с HellRaisers, кстати, пока не переживайте, еще непонятно, им нужно все остальные выигрывать, чтобы без шансов... Мы, оказывается, все время драматизировали, когда говорили, что этот последний, который могут проиграть HellRaisers, а оказывается, последний был вот как раз-таки матч против NIP. Ну, еще больше пока... Еще пока не последний. Просто быть не может. Надо выигрывать все. Да, ну видно то, что постарались, постарались как могли. Так, ну вот игра на коврах сейчас будет от Клан Мистик, Кеннис. Ну, команда Клан Мистик, что она из себя представляет? Это, несомненно, SF, хорошая стрельба. Киашима, который просыпается, но не всегда вовремя. Ну и Кеннис, от которого зависит, по большому счету, 80% успеха команды. И пока что Кио. Так, ну, тут Лурд, естественно, разменивает сразу эту пятнашку. Бомба лежит. Не, бомба убегает в последний момент. Это Харт. Слушай, твой друг с 2007 года все еще в деле, а ты вот сидишь комментишь. Как тебе не стыдно, Страйк? Мне не то, что не стыдно, просто нашел себе занятие поприятнее. Так, ну что, в общем, Хартс не сходил на Б, не поставил бомбу. 2-0, Добрый Гейминг ведут. Ждем ответа от французов.
Тур Ля де Франс. Да, ЦЗ. ЦЗ, ЦЗ, еще раз ЦЗшки. И только они. Сегодня только они. И никаких нет, никаких... Никаких простых глоков, в общем-то. Ну вот как минимум взятый пистолет на раунд Добрый Гейминг уже... Это хороший знак. Это знак того, что в этом матче будет борьба. Не будет простой игры для Клан Мистик. Так, попытка... А будет плотная каточка. Попытка зарандомить от Лурда Мидл заканчивается фиаско. Ну, не то, что фиаско, просто отошел обратно. В общем, Клан Мистик везде, на всей карте. Ничего не понимают поляки. Стоят втроем на А, вдвоем на Б. Никто никуда не лезет. Все аккуратно, спокойно смотрится. Не хотят лишних проблем. Вот у Мичу есть шанс сейчас зажечь на дуге. Как видим, здесь есть явно претенденты на получение первой пули в голову. Кеннис. Слушай, Кеннис пытается дразнить, но Мичу прогоняет. Все, французы готовы совершить крутое пике на Б. И я не знаю, ждут то ли ларька с круассанами, то ли кружечку кофе, или флешку. Нет, флешек-то нет. Нет, флешка. Есть флешка, есть флешка, и вот она. Где ты? Вот да, она у Хартса. Старина Харт знает, что надо делать, и флешка дается как раз-таки на Мичу, и флешка анти-Мичу не работает, тот просто какая-то отстреливается. Какая-то провальная флешка получилась. Она вообще непонятна. Она знаешь, где взорвалась? Вот она взорвалась, вот здесь. Неплохо. Ну, чувак, офлешил крышу, молодец. Крыша, конечно, здесь... Отлично. Могла сделать минус 5. Тактически подготовлен капитан команды Клан Мистик. Флешка тому доказательство. Ну и 3-0. Никаких проблем на эко у Добрый Гейминг не возник. Ну, на самом-то деле, это правильная флешка, я думаю. Просто расклад в том, что должно быть две флешки, чтобы одна зашла на хелпу, а одна флешила сам плент, третья, чтобы закрыть весь плент еще раз и спиной выйти. Но это был эко. Я думаю, французы не парились. Итак, Кеннис берет АВП и сейчас попробует показать мастер-класс стрельбы с него, но на центре не встречает себе сопротивления. Кстати, экономика по польской команды все еще негативная. Они не тратят деньги, которые заполучили, будучи оставшись живыми в прошлых раундах против Эка. Сейчас будут загонять французы за Б3. Ну, короче, я сейчас смотрю на Клан Мистик, которых я видел месяц назад, наверное. Они делают все то же самое. Ничего не изменилось. Вообще. По-моему, отсутствие мотивации у этих парней присутствует после Катовицы. Вообще, знаешь, вот эти крупные турниры, они просто командам ломают на самом деле все. Вот сегодня ты чемпион, а завтра ты тряпка, которая никому не нужна. Вот такие выводы можно делать смело. Ой-ой-ой, Кеннис, есть первый промах на Б-пленте, не попадает. Кто же это был? В фонтане купался Миниск, и как раз-таки брызги попали Кеннису в прицел, и промахнулся французский снайпер. Посмотри, перетянулись Кеннис, GMX разыгрывают двадцатку и главку, 20-15, на 15 есть проход. На Б-планте оставался Харс до последнего момента. И поляки читают действия своих оппонентов. Будет перетяжка от Миниса. Нет, нет, нет. Уже 4 человека французской команды находятся на центре. Лурд просто бездействует. Он не знает, простреливать ему. Так, ну вот Инасен под флешку прочекал ковры. Не там, никого там не заметил. Но на главке подловил GMX-а. Начинает француз заходить 20 секунд до конца. Ну, пытается выжить Инацент. Вот очень-очень себя загнал в неловкую ситуацию. Но здесь 15-20, перекрестный огонь, что я могу сказать. 11 секунд до конца, бомба по-прежнему не стоит. И на последних секундах будет установлена Харцем. Но тут как бы ситуация не по шансам для Миниса. Хотя плент можно здесь зашить. Красный остается Харц. Два игрока в песках. И вот он Кеннис, который готов защищать бомбу. Минус Минис. Двадцатка упала. Вернее, плент упал. И все, Мичу последний. Смотри, крадется. Крадется на ковры, пойдет в дом. Короче, безумный провал. Не хватило Добрый Гейминг здесь воли, чтобы зачекать дугу вовремя и выйти под флеш в аркаду. Дабы получить инфу и понять, что это атака. И игроки А звена не справляются в этом раунде. Ну вот в первую очередь, мне кажется, ошибка от Инасента, который сделал первый минус, а вот дальше сыграл чересчур агрессивно. Но тут не дает, смотри, Мичу не дает сейвить ВП, убирает 1 АК, тем не менее... Харс, кстати, тоже чудом выживает. Да, 7 хп остается, но максимум из негативной ситуации позитива Добрый Гейминг выжимают для себя. 3-1, 3-1. Чем ответит Клан Мистик дальше? Смотрим, появится ли шанс у этих ребят. Ну вот действительно, напряженная ситуация в плане экономики у обеих команд. И действительно, этот раунд очень важен для как для Добрый Гейминг, так и для команды Клан Мистик. Так, встреча продолжается. Так, ну вот посмотри, пассивная игра на банане, но вроде бы под флешку. Запускают Мичу, Мичу заходит за машину, Мичу постарается проштрафить кого-то, но нет, тебя Бенджи. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, туда же, опа, Минис идет туда же и, в общем-то, видит три тела, но... Это какой-то бред. Но он вышел, растерялся и не понял, стрелять ему или нет. Французы просто чекают дымы под Б-плантом, это понятно. Это самый, наверное, самый предусмотрительный стиль игры, и Клан Мистик на уровне просто обыгрывают сейчас в этом раунде. Добрый Гейминг, их девайс на раунд
плачет, Лурд сейвит. Ну, на сейве есть один минус, и, по-моему, сейчас Джимик закроет Лурда. Да, спокойно загнал. Ох, жесть, ох, жесть. Слушай, ну, явно, что добрые здесь будут страдать, походу, сейчас. Вот клан Мистик просто, по-моему, на уровне. Сбегали на Б, сбегали на... Знаю, чекают абсолютно все. На дуге дымы не сыграли никакой роли для Мичу. Что он хотел доказать этим выпадом Закар, вообще непонятно. И будем надеяться на то, что все пройдет как надо в дальнейшем. Друзья, дальше напомню вам, что по расписанию у нас матч Internet Attacks on Bots. Потом мы смотрим две встречи команды Маус, и обе встречи Крис Джей и команда проведут против французских команд LDLC и клан Мистик, соответственно. Вот такой вот у нас денек. Так, подорвали Лурда, красный остается. Баскетбольная просто залетела, не ощутила ни деревяшки, которые мешали этой гранате. Просто залетела Лурду предательски под ноги и оставила красным поляка. Так, Кио дергается и нет, не идет. Нацент минус GMX. Хорошо. Ну, поляки постараются взять этот дек-раунд. Лурд по-прежнему не палился. И СФ пропрыгивает прицел. Лурд должен выходить и забирать второго французского игрока. 5-3 ситуация. На Б-пленте мячу прогоняет Кио. И бомба у французов идет. Посмотри, на аплент Кеннис попробует сейчас убить двадцатку. Но у Кенниса нет АВП, АТКМ. Лурд забрал все. И у Лурда есть шанс на выпад. Видит Кенниса. Отходит после чека. Кеннис его не заметил. Ну, Инноцент остался красный. Непонятно зачем. В доме. Погиб от Харца. Ну все, Лурда ловят и 3 в 2. 3 в 2, Минис. Ну вот Миниску надо было сейчас, конечно, обходить на 15. Вообще, хоть кто-то должен был пойти на ковры за девайсом, ну, и это как раз-таки делает Мичу. Мичу, да, Ковальский остается на 20-ке, чекает, чтобы не было отхода. Ну, поляки сейчас знают то, что эта бомба разыгрывается абсолютно в пленте. Максимум, что может быть, это пески. Да, точно та же проблема, как и у команды HellRaisers, у поляков нет диффузов. Минис, выход с дыма. В пленте остается Харт. Ну вот задача Харта жить как можно дольше, но Харт, посмотри, Мичу, как разбирать. Ну, тут минус 4 от Мичу, но задефузить он вряд ли успеет. Смотри, на курице нет, сидел. Нет, успеет. Просто. Или не успеет. Успеет или не успеет. Успеет или не успеет. Или не успеет. Не успеет. Ну, Мичу верил до последнего в это. Если бы не верил, то спокойно бы уходил сейвить свой девайс. Опять же, косяк был в том, что вот когда два на плен зашли, на 15 тусил Минис, и просто даже не рискнул идти в спину им на 20-ку. Хотя, если бы зашел, то... шансы на первый минус, быстрый минус, были бы очень-очень большие. В итоге клан Мистик сравнивает счет 3-3. Девайсный раунд от Добрый Гейминг после относительно успешного эко и уверенная покупка АВП от Кенниса. Что покажет француз, сейчас пока непонятно, но его снайперская винтовка, это явно интересно. Это, наверное, чуть ли не самый интересный чувак в команде клан Мистик. Он всегда показывает результат. Ну, если прется, если разыгрывается. Но пока закрытая игра, Добрый Гейминг не даст ему играть. Но бывают и другие моменты, когда Кеннис абсолютно не попадает. Вот лично я такой момент застал. Это была игра против команды Кураж. И Кеннис, ну, это надо было просто видеть. Чё? Там был полный провал. Команда Кураж, кстати, прощается с Старладером. Ты в курсе, нет? Да, вчера проиграв в Тузам, я... тоже одним глазом посматривал за всем происходящим. Очень-очень интересный матч. Я реально не видел столько ошибок и бездействия абсолютно полного со стороны команд, что в атаке, что в защите. Ну порадовал Киберфокус. Я попадал Киберфокус как раз порадовал, да. Вот это на единственное... моменты, когда он очень хорошо попадался в АП. В скидки, при все, том, что хочешь. При том, что он полностью оправдывал свой ник Кибер и Фокус. Вот вам, я такой. Ну, Призрак его точно, я думаю, теперь не любит, потому что Призрак, он вчера на улице спокойно. Костян и так пытался, и так, и туда встать, и здесь встать, и Киберфокус его находит. Так, тем временем команда Клан Мистик начинает свою раскидку Аплента, и на Сент-Эвур делают два минуса, и французы встали. Ну, фланги были приняты, и на Сент минус СФ, все, встают, встает двадцатка. Идет полная расправа, остается Кеннис, и его отправляют. 4 минуса из больших песков и просто разгромил французов при попытке зайти на АП. Ну, это называется, французы вышли, ничего не бросили и сидят, ждут что-то. Просто пустил их на лягушачьи лапки. Ну да. Такая команда, которая просто выходит и сидит и ждет. И ждет, ждет, ждет. И вы должны вроде бы к ним прийти. Но вы не идете, и французы просто потом, ну, не могут себе... Ну, они, короче, сейчас просто испугались, не пошли никуда. Никто не рискнул выходить первый, но уверенности ставить
по головам. Это заканчивается фиаско для них. Так, и посмотри, чем именно это заканчивается. Три подряд раунда брала команда Clan Mystic, но при этом теряла огромное количество девайсов, как на экономических соперниках, так и на девайсных раундах. И сразу же, проиграв первый, парни вынуждены сливать. Ну что, Бэплент умирает, падает Кейнис. Вот еще один герой, да, давай, давай, иди туда с Глоком. Так, слушай, французы, короче, что-то, я не знаю, что они делают вообще. Ну вот пытаются задергать команду Добрый Гейминг, но, как видим, пока этого не удается сделать, и Ковальский готов сделать минус GMX. Они, походу, себя... Ковальский не попадается в ВПМ. Ну, но... тут он нормально, в принципе, справляется с Иноцентом. Иноцент подстраховал Ковальский еще один промах. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ковальский третий промах в этом раунде, остается чудом в живых. И Лурд приходит на помощь, минус СФ, и все, 5-3. Добрый Гейминг снова впереди. Да, ну вот Ковальский не порадовал своим... Так, смотри, смотри, будет ли АВП сейчас у французов? Подожди, 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 5-3. Он, кстати, попал по чуваку, который на двадцатке. Вот. Много, да, попал? Да, он попал немного, через столб, походу, пролетело. Но бывает такое. Я иногда тоже, знаешь, замечаю в CS, вот именно в CSGO. Было, кстати, на ВП у французов, не стали Кеннису дропать, видимо, бесполезность свою пока. Useless. Полный useless от Кенниса с АВП в руках. Называется фидер, мистер фидер. Мистер, потрачу как можно больше денег. Да, так вот, ты можешь, там, не знаю, Савика попадать в тело, да, и если... Хоть так. Чуть-чуть задеваешь кого-то, то дэмэдж меньше. Перебью тебя. У нас быстрый заход на главку от французской команды под флешку. Французы занимают позицию главки. И что дальше? Ковальский, ну, с ВП, минус GMX. Ковальский точно не против, если они пойдут на него. Да и Иноцент тоже не против. Иноцент тоже не против. Говорит, парни, я вас так долго ждал, чтоб полюбить. Ой-ой-ой, Кеннис. Минус Ковальский забирает уверенно Иноцента. Один против троих и всего лишь 6% здоровья. Ну, меч уже перетяжка. Кеннис, кстати, бомбу так и не взял, Лурд его ждет. Ой-ой-ой, Кеннис тут еще попытался что-то сделать, бомба вообще упала в больших песках, по самому кривому счет становится 6-3, и Добрый Гейминг берут на 3 вперед. У Clan Mystic сейчас возникают большие трудности. Во-первых, это экономика, а во-вторых, у них не играет Кеннис. Если посмотреть на статистику, то можно увидеть, что не только Кеннис испытывает проблемы. Если он убивает хоть как-то, то вот, например, господин GMX совсем сегодня нулевой, 1-7. 2 на 8 у Кио, 5 на 9 у СФ, Кеннис 6-8, 5-7. Короче, соответственно, координатор команды Hearts. Провальная первая половина от французской команды, но это пока только. И очередной экономический. Вроде бы будут заходить на бэплэнд, поляки готовы принимать этот заход. Да, здесь пока все спокойно, Митчу забирает. Ой-ой-ой, это было быстро и очень больно для французской команды. Это было просто молниеносно. Так. Смотрим снова на бай французов. Не решается Кеннис опять тратить деньги на АВП. Вот у Харца есть 5300. Сейчас Харц может купить авик и отдать. Нет, покупает АКМ. СФ покупает тоже АК. Ну, вот GMX-у точно девайс, судя по статистике, не нужен. Ладно, перестанем троллить. Ковальский поджим медла. И вот Кеннису здесь нечем ответить. Флешкой открываются на центре. Ковальский дает мисс-шот, и это звук. Понимает атака то, что АВП на центре точно есть, и, возможно, сейчас попробуют как раз-таки против него отыграть. Вот знаешь, странно, если в 1.6 команда, которая видела авик на 15 всегда туда давила и пыталась через, против него пройти, то в CSGO, вот, например, французы боятся. На самом деле просто тоже боятся. Все как-то неоднозначно. Вроде бы АВП грозный девайс, но не такой мобильный. Тебя вот флешками, если закидают и плотно продавят... Ну, да, да, можно спокойно через таких пацанов проходить, но тут... Ну вот на самом деле есть разные пацаны. Вот в лучшей форме Паша, например, не пропускает по пяти вообще. Ковач тоже чрезвычайно опасен с АВП в руках. Ну вот не всегда получается, правда, но есть моменты, когда АВП действительно может ошарашить своих оппонентов. Итак, вроде бы в очередной раз французы будут проверять на прочность БПМ. Молотов от Миниска, и французы горят. Горят просто в огне Минис. Что тут происходит? Ну, мечу очень четко перестроился. Тайминговая флешка, мини, сложает Кио, СФ, открываются французы на Б3 в 5. Ну, посмотри по хелфбарам, как просела французская команда. Да, но если посмотреть экономику поляков, то они могут сейчас, в принципе, себе такие рискнуть, налегке зайти и разыграть так. О-о-о, провал от Ковальского, ну как же ты выходишь на кар и не чекаешь пальму? На дереве всегда, дерево всегда чекается, вот он алгоритм занятия, вы чекаете вот это. Дело, если здесь лежит даже дым, вы все равно обязаны посмотреть налево. Лурд отрезает с дуги. Ну, короче, 2 в 4. И пытаются здесь французы уйти на дугу. Иноцент с Лурдом под горячую руку это все дело принимают. Кеннису наконец-то достается его любимое весло, которое он будет непосредственно сейвить. Показывает нам свой баянет.
Да-да-да, красивый у тебя ножик, Кеннис, успокойся. Ну и на центр живых остался. 13 на 5. 7-4. Общий счет. Клан Мистик пытаются взять свой минимум. Комфортный. Которым будет необходимо. Сейчас, наверное, на центре будет интересная перестрелка. И вот она что. Смотри, Ковальский отдает роль. Нет, он отдает... Короче, теперь снайпер Минис. Теперь это игра на Б-планте. Понимают поляки, что... Французы любят ходить в дугу, поэтому надо там немножко ужесточить свое присутствие. Но на дугу на саму не идут именно поляки, и это странно выглядит. Вот, например, Hellraisers бы по-любому пошли и заняли, чтобы не дать клан Мистик там стоять. Ну вот как раз-таки пример другого стиля игры, когда не агрессивное занятие банана, а вот именно глубокий дефенс. Так, очень четко сидит Мичу, если честно. Я даже не знаю, вот его Кеннис буквально в пиксель не замечает. И... Там как раз-таки, где торчит колено Мичу, там, по-моему, сейчас... растет кустик. Там, по-моему, сейчас Минис будет просто... А он не чекает, он даже не чекает. Он не чекал в щелку катушки. В итоге французам дают вообще изи раскидать. И это будет это будет атака со второй волны. Ковальский чекает мидл, никого не видит. И Лурд бежит обратно на... Но французы просто ждут, понимая то, что поляки дерганы. И это на самом деле выглядит блестяще. Лурд смещается обратно, Мичу заходит, забирает GMX-а. Стоится на кафеле, отстреливает Харца. Бомба ложится в углу кафеля. Вот он Минис, вот она банда, но есть еще Кеннис и Кио. Ну, Кио гибнет, Кеннис просто ВП. Просто прочитали заход французской команды на Б-плент, укрепили эту позицию. И вроде бы, ну, с проблемами, конечно, справились. Кеннис по-прежнему продолжает бороться. Кеннис не попадает с ВП впритык в Лурда. Есть второй промах от Кенниса, ну и Лурд такого не прощает. Всю обойму мимо. И Лурд, да, действительно. Вот, это как раз та нестабильность, о которой я говорил. Ты видел, как Лурд его затроллил такой? А, ты сверху, ладно. Рела, ты ушел в дым вообще. Красава. Лови меня, голубчик. Но голубчик не справился. И французов проблему. 8-4, у них все еще. Да, не удается команде Клан Мистик закрепить успех у парней. Будет еще один экономический в первой половине, что позволит укрепить свое лидирующее положение команде Добрый Гейминг. Им на самом деле надо было название команды делать План Мистик, потому что План Мести. На самом деле, вот им название должно было подходить План Мести, потому что эта команда может только мстить. Ну реально, вот если, например, взять какой-то лан, европейский, средний, или я не знаю, просто лан-турнир, да. То, поверьте, команда Клан Мистик до топ-3 не дойдет, но подосрет прилично, если группы будут что-то вроде дабл. Ого-гошеньки. Ого, как Иносента, но дальше вроде бы все спокойно у поляков. Не дали приземлиться GMX-у. Так, ну вот Кеннис, его пистолет... Ой-ой-ой, все, Минис пришел вовремя, нормально. Да на коврах последний, куда ты смотришь? Дядя, 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 дядя! Дядя! В прыжке добивает Киа Бенжи, и это 9-4. В общем, пока что Добрый Гейминг на своей... Не на своей, а на этой карте. На Дэй Инферно чувствует себя уверенно. Да вообще, вот поляки на самом деле... Вот это не та команда, статистика, которая... Статистика GMX, обрати внимание. Вот да, просто быть... шикарно. У французов постоянно кто-то проваливается, и это сказывается на результатах... французских команд. Ну, насколько нам известно, на французской Counter-Strike сцене реально три профессиональные команды, включая Clan Mystical, DLC и Titan. Если с Титаном все в порядке и они выглядят стабильными, то из-за каких-то внутренних конфликтов, да, вот... Две оставшиеся команды просто вместо того, чтобы собрать нормальный состав и сделать вторую команду, которая будет давать жару, и третья команда также останется, они начинают играть в какую-то Санта-Барбару, мыльную оперу, и все это из-за квотов готовится. Кстати, это вся машина была, когда Кеннис там убрали из состава, он пошел в Клан Мистик. Ну, в общем, полная какая-то билиберда. Вместо того, чтобы собрать состав, они вот так и играют. Кеннис, вот я считаю, что Кеннис этой команде вообще не нужен. Он должен быть в какой-то команде покрепче. Он должен играть с такими парнями, как Витли. Так, смотри, 15. Выпад. Продавили, забрали Ковальского и Лурда. Иносент борется. Ну, Иносент так борется, что просто сейчас развалил реально весь выход на А. Единственное, что вот у поляков... Ну, в минус, что Мичу и Минис с Б-фланта только сейчас приходят на помощь своим тиммейтам, что позволило команде Клан Мистик занять базу, установить бомбу. Ну, они старались, наверное, играть безопасно, поэтому... Ну, не аркадили дугу, кстати, вот что самое, заметь. Вот... Это всегда вот дает какой-то бонус, когда ты знаешь, что именно делает твой соперник. Так, тут нормально Минис отыгрывает сейчас на префе. Молотов дым. Минис. Хорошая стрельба, но этого мало. Оу, СФ разваливает кабины. Так, с двумя фрагами, с четырьмя... Нет, сколько? Четыре фрага теперь уже у GMX, посмотри. И даже MVP получил. 4-11, Кио 4-12. СФ 8-12. Французская команда вырвала один. Но это уже зона комфортного счета. И на последний у Добрый Гейминг остается неплохая экономика, которую они, по-моему, сейчас всю вбухали в этот раунд.
Есть ТВП, есть три эски. Кстати, обрати внимание, никто не играет просто с М4А4. Кстати, АВП идет на бананы, и есть первый минус от Миниска. Забирает Хартса, доставляет свою команду в численном преимуществе, и теперь надо им воспользоваться. Кеннис, как дела? Кеннис, ты где? Где же Кеннис? Кеннис с АКМом. Кеннису будет сейчас скучно. Смотри, Лур сейчас даст изоляцию. Да, ну вот французы почувствовали свою вину на Б-пленте и заходят регулярно к полякам в гости. Лурт решил сменить своего тиммейта и взял под контроль БП. Ну, тут просто на 5 закрыли Б. Такой тайминг словили грубо. Грубо. И Кеннис остается. Ой, с я так не люблю такие моменты, когда вот до последнего момента кто-то ждет. Вот. Чувак, я тоже не люблю, как Кеннис остается 1 в 5, потому что это просто минута времени из твоей жизни. Это убирается. Вот действительно потеря времени, Кеннис. Ну, слава богу, и на Сент спасибо. Тем не менее, 10-5 сыграли в первой половине эти команды, составы которых перед вами на экранах. И это значит только одно. Ну вот единственное, что можно выделить, Ковальский. Ну, немного выпадал из общей картины команды Добрый Гейминг. Все остальные сыграли просто на пятерочку. Ну, были провалы по очереди у кого-то из поляков. Это мы с вами прекрасно видели. На Сент в первом оружейном провалился. После этого был провальчик на Б-планте, когда за машину выходили. Ну, а так, в общем, сыграли хорошо. У французов тоже все неоднозначно. Непривычно лидирующую позицию занимает Хартс. 26 очей, ну, наставил бомб, 3 MVP. Вроде бы тоже неплохо. Но у него статистика на 26 очков, 6 на 12. Он, 6 короче, на 12, да. Это очень, это очень бомба. Плохо. Это бомбы поставлены. Стабильно играл только Кеннис. Ну, и его статистика полностью, по-моему, оправдывает. Разница, знаешь, в 3, даже 10 на 15 в первой половине уже бы говорила о том, что ты свою игру ты делаешь. Команда пока тебя не поддерживает. И здесь... Во второй половине все решит, на самом деле, пистолетка, мне кажется, потому что если паольская команда не берет, то это определенно большие проблемы именно для них. Ну вот, надеюсь, что Цибульский придумал что-то интересное. Должен был сказать: парни, вот в свое время мои тиммейты без шансов брали такие раунды, и вот есть у меня один рецепт на победу. Но Миниск ослушался своего капитана и падает на банане. То же самое делает Мичу. Вот это, конечно, сейчас был подлет вообще жесткий. На цен даже до главки не дошел. Дуга развалилась. Ну и теперь все понимают поляки, что укрепление на Б-планте и надо заходить на главку. Кеннис теряет 70% здоровья, и Кеннис умирает. Клан Мистик превращаются на самом деле сейчас реально в план Мести. И смотри, пошли на Б. Ой-ой-ой, этого не ожидал GMX. Опа, и поляки. Опа, чё, и поляки не идут, остаются сидеть в библиотеке. СФ отправляется один чекать Б-плент, и польская команда попробует разыграть сейчас мид. Кио перетягивается под Б. Французы поверили полякам, поверили. Оставляют на А-пленте. Одного только Хартса. Это Хартс, да. Но это он зачекал. Капитан. Он зачекал это дело, и будет очень быстрая хелпа. Но бомбу выбивать против укрепления Ашечки это очень-очень сложно. При том, что... Ну, посмотри, у поляков не очень хорошие позиции. Один в тюрьме, два игрока в пленте. Очень зажато сидят. Добрый Гейминг, французы... это может с ними сыграть плохую. Но французы, посмотри, французы идут все с двадцатки. И прочекали 15, вдвоем никого, никого один нет. Обходит. Что за лол, говорят. Но парни, Хартс минус. Забирает Иносента, врывается в тюрьму, расправляется с Ковальским. Один против троих, остается только Вурт. Вурт врывается в плент. Ну, его тут разменивают, бомба сильно пищит. А дефьюзов-то нету, нету дефьюзов. Провал, клан Мистик, провалиссимо. Да, это провал. Вот сегодня у нас какой-то нераздефузладер получается. Нераздефузладер, да, реально. Hellraisers не дефузили бомбу вообще. Команда Клан Мистик делает то же самое. У поляков, по-моему, тоже был такой момент, когда Мичу не успел раздефузить бомбу. 11-5, Добрый Гейминг. Потеряв двоих игроков в начале пистолетки, берут второй пистолетный раунд и начинают уверенно за атаку. Я думал, так умею только я, но тут еще и французы молодцы. Вот, без дефуза. Нет, дефуз это реально проблема. Многие завтыкивают сим. Здесь французы полностью понимают, что это косяк. Им по шансам брать в защите. Сторона сильная. Но вот сейчас дробовик от Кенниса, дробовик от Хартса. Три пистолета, купленных под арморы. Вторые. Тот же Кио, GMX и SF должны брать этот раунд. Делать себе 6 очков и пытаться давать ответку. Если они этого не сделают, то... Их общий показатель просто будет низкий. Но знаешь, глядя на игру Клан Мистик на этой карте, я готов сказать, что Hellraisers их обыграют. Если это будет Инферно. Ну, или если бы это было Инферно. Ну вот, как минимум, немного спокойнее становится, когда, зная, что Машерам предстоит матч именно против этой команды, видишь ее в деле. Ну и посмотри, это... что творит GMX. Развалил на главке. Боже, какой провал. Это провал от поляков, которые еще туда... Вот, смотри, они... это опять...
Провалисимо. Бомба, знаешь, где упала? Это опять провалисимо. Провалисимо было, знаешь, где? Вот здесь. Вот когда, короче, чувак с бомбой заходит, дохнет. Да вообще заход был провален. И остальные четверо идут туда же, в перекрестный огонь. Думают, что сейчас убьют, но ничего не получается. По-моему, черная туча сгущает краски сейчас. У Страйка в чате. Ты бы на ЛГБ поставил? Поставил? Нет, нет. Точно не против Дигнитас. Хотя, если это ЕС, я, можно. Но, знаешь, там есть один вот смягчающее обстоятельство. Сегодня прояснил, оказывается, команда ЛГБ играет карту трейн, а вот Дигнитас за 40 официальных игр не сыграли ни одного трейна. Ну, бывает, поэтому будут удивлять. 11-7. Вот тут... Но это не важно. Это или вообще не играют, или просто не хотели показывать до этого момента. Но, скорее всего, вообще не играют, поэтому фаворитам все-таки, да это вообще кажется... не важно, это ЕС, я. Это да, вообще, согласен. Это тупо даже, у нас, я не знаю. У нас, кстати, очень интересный матч. Клан Мистик дают камбэк после проигранного пистолетного раунда во второй половине. Взяли экономически и готовы заполучить 3 очка в этом матче. Но я бы не сказал, что Клан Мистик дают камбэк. Я бы сказал, что поляки здесь тупят просто по-страшному. Играя крайне безответственно и тупо жмутся просто, как черви, когда играют против французского эко, понимая то, что у тех будет бай. Я не знаю, если Лурд об этом не догадывался и заставил команду просто идти в главку, не понимая, что там бай, это хотя было понятно, по-моему. 11-8, и у поляков вновь бай. Смотрим на Добри, и смогут ли они сейчас или нет, не знаю, но хотелось бы. У Кенниса просто уже АВП, это как минимум закрытый мидл, закрытая пятнашка, закрытая дуга. Французы укрепляют, кстати, именно Б, а польская команда играет преимущественно через второй мидл и, ну, свой дефолт какой-то разыгрывают. Недолго, быстро, ну, средним темпом, да, давайте это называть. Потому что занимает первые позиции сразу, они боятся укрепления дома, но здесь вот такой вот расклад. Кеннис с АВП и с ним вместе Харс. Кеннис пошел стрелять полтора, выстрелил, увидел дом и все. Так, а вот экшен, посмотри, по-моему, у СФ намечается, СФ против Мичу. У СФ в руках по 90 миниск, тем временем забирает Кенниса. Так, ну вот самый-самый опасный был сейчас на апленте, просто убитый. Это шанс для команды, Добрый Гейминг зайти на апленд. Французы отдают дугу, будет перетяжка, но поляки решают, принимают решение остаться на позициях, немного подождать, а со второй волной уже идти на верочку, так сказать. Но будет ли это верочка, непонятно. Да, дуга пушится, там видят игрока, СФ закрывается. И, ну все, теперь точно на придется идти. 2Б, 2, и А занять, конечно, будет легче. Бедняга Миниск. Так. Как красиво выходил Миниск, это просто жесть. Если очень красиво, сейчас GMX разорвет иноцент. Вот так вот, например, сам себе проблем нашел. Ну вот два игрока находятся в больших песках. Обрати внимание, что никто из поляков не додумался зайти в церковь под все эти дымы. Ну, Ковальский пробрался, кстати. Ну толку-то, его сейчас просто зашьют здесь спокойно. Нет, кого? Хотя нет. С разменами. 2-1, 1-1. Мичу против GMX'а. 15 спрей. GMX выбивает нереальную бомбу и успевает ее задефузить. 11-9. Ну, поторопился Мичу. Надо было как-то потянуть время, подергать GMX'а. Просто вышел, просто отдался. 11-9. Клан Мистик сокращают расстояние практически до минимума. Но мне кажется, кто-то бы сейчас сказал из игроков наших, вот глядя на Мичу, который... глядя вообще на польский раунд, вот я... Всегда замечал, что когда, например, те же НИПы или Фнатики выходят в атаку, а если там лежат смоки, они давали какой-то прогрем, всегда занимается тюрьма первой, чтобы чекнуть риски, чтобы понять, что там вообще и кто там. А тут поляки просто на это забили и в итоге потерпели. А когда я смотрел, как они стреляться еще пытались с двадцатки, это вообще провал. А как тебе выпад французов? Ну, неудачно. Красиво выходили? Да, выходили красиво, их, конечно, набрили, но с разменом поляки дальше просто не пойдут. Кио сразу встал в упоре, на хелпе Кеннис, тут, по-моему, Б железно держится. Да, Кеннис будет играть роль отвлекающего, должен выстрелить СВП, а вот дальше в игру вступит СФ. Но поляки могут просто сейчас не поверить. А нет, таки АБМ же. Поляки могут не поверить тому, что на Б есть авик. Авик не стрелял. Нет, как раз таки Кенни сделал open фраг на банане. Да, так. Вот мне просто интересно, знают они то, что 3Б было сначала? Просто зачем идти теперь на, когда надо как-то пытаться там выцепить? Неужели АВП настолько их сильно пугает? Так, медленный выход на центр, Хартс. Нет, GMX, герой раунда, вот это спрей просто от бога. Зажимает, не попадает, Киу убивает Миниса, GMX, тем не менее, отыгрывает позицию. Кеннис ему суппортит, не пропускает на центр, Лурд идет пушить. И Кеннис... Также падает от Лурда. Ну, в общем, я тебе скажу, что польская команда, походу, сейчас решила тоже попрощаться со Старладером и играть в следующем сезоне в про-серии. Только что вообще был какой-то провал.
Парни вроде бы серьезно настроены были вскрыть аплэнд. Минишк почему-то пошел на Б, погиб там. Ну и уже с тремя поляками на А точно так же спокойно разобрался Кеннис. Эх да. Пока что, друзья, можете зайти в Твиттер, например, кто на трансляции, кому скучно, пописать нам что-то туда веселое, а то мы тут какие-то... Ой-ой-ой, посмотри. Посмотри, что, как что? Бомба в полете у меня зависла. СФ включи. Четкий момент. А он убил? Да, он уже убил игрока, и бомба просто прилетела к нему на прицел. Скриншот. Скриншот. И еще нужен какой-то поинтереснее ракурс. Вот такой вот, наверное. Не, ракурс от трупа. Вот такой вообще просто жир. Держи, братан. Просто на аватарку. На аватарку ВКонтакте! ВКонтакте на аватарку. Зарегим там СФа, хотя, думаю, ему не надо. Так, меня вот спрашивали недавно, есть ли там кто-то из шведских игроков ВК. Да, друзья, есть Гидрайт, есть Гзист и только... И только, по-моему, они, остальных нету. Так, вот мне тут вопрос. Почему ты всегда на таком негативе очень много требуешь от всех команд без исключения? Не так уж просто играть. 15 матчей? Собраться на 15 матчей в течение 3 месяцев? На каждый матч и показать нормальную игру? И как бы, ну... Это же все не просто так. Ну, действительно. Мы а что касается... Вот в первую очередь, что касается наших команд. Ты по-другому просто спросил этого парня. Он привык наблюдать за матчами и смотреть действительно красочные моменты или смотреть, как какая-то из команд ошибается, а вторая пользуется этими ошибками. Лучше же смотреть, когда что-то ты видишь действительно идеальное. Вот смотреть за лучшими, стараться к лучшему, стремиться к лучшему. Вот, по-моему... Это задача команд, которые участвуют в Стар-серии. И вот действительно есть команды, которые показывают высокий уровень Counter-Strike. Есть команды, которые... Есть команды, которые просто играют в Стар-серии ради слота. Да, ради есть слота. Которые ошибаются, которые не работают над своими ошибками, которые, ну, или не получается у них. Это называется команда однодневка или просто пустая команда. Кеннис уже двоих, кстати, смотри, закрыл. Да, и... Счет-то при этом уже равный, ну, вот, и французы, например, серьезно настроены вырваться вперед. Мне вот написали, почему ты так не любишь Aces. Почему? Потому что у меня есть паспорт России, эти парни из России, и они идут со статистикой 1 на 8. Как я их должен любить? И это единственный представитель? Это единственный представитель из России. Именно полноцен... если по составу по смотреть. По составу, да. Ну, там есть белорус в составе, ничего страшного. Это братский народ, поэтому все нормально. Но 4 русских игрока и... В первую очередь, я тебя понимаю. А их Тихон рассказывает про какие-то пот и труд в про-серии, которые, как они выиграли эту квоту в старт. Но в старт-серии у них 1 на 8. Как вот можно, не знаю, не критиковать? Если не критиковать, то, соответственно, и не будет ничего ответного. Мне что, им денег пойти, что ли, дать, чтобы они играть лучше стали? Главное, конструктивная критика. Нельзя просто там обзывать команду как-то, еще что-то. Если ты говоришь по факту, и это действительно так, я уверен, в процентах 80 мы с вами прекрасно видим и анализируем все происходящее. Плюс есть статистика. Плюс есть статистика, которая показывает все на ура. Зайдите и посмотрите, какой русский игрок вообще из команды Aces или любой другой, кроме, ну, Доси не считается. Доси не считается, потому что играет в Ашерах. Ну, это типа как бы будет неправильно, потому что там не целиком русская команда, там единственный. Да, какой другой русский игрок есть там в топе? Ну вот, может быть, Сейзет был бы, если бы сезон, не знаю, если бы они в Катовице выстрелили пожестче. Там их уж, конечно, нормально раскачали. Ну, короче, неоднозначная ситуация, критиковать, не критиковать, но я считаю, критика должна присутствовать. Главное, чтобы она была конструктивной. Ну да, то, что от команд требую больше, я хочу, чтобы они играли лучше. Вот и все. Так что, друг, ты не туда попал. Ну, зато мы ответили полноценно на твой вопрос. Ну, наверное. Но это какой-то аноним, короче, непонятный. Там таких очень много. Они залетают так и анонимизируют нас. Так, я не знаю, что за пауза и с чем она связана. Паузу попросил на цент. А, да, у них вылетел. Только-только, походу, пропал у меня. Вот он с худо. Вообще, вот у тебя в профиль попробуй заходит, нет? Попробуй нажми. Так, нет. Нет, не заходит. Вот это, конечно, проблема. Хотелось сейчас инвентарь Лурда вот в эту паузу бы глянуть. Так, после этого матча, друзья, ох, я даже не знаю, будем ли мы делать перерыв, паузу, потому что у нас 12.11, 56 минут. А вот так вот можно, через букву Z. Выбери игрока и нажми букву Z. А у меня не выбирается игрок. У меня просто оп, и все. Ковальский. А почему ты не можешь выбрать? А я не знаю. Отожми таб. Отожми таб. Ну, отжал таб. И теперь вот переключай на... Лурда. И да, вот так вот.
А, он у меня даже не в друзьях, но это не важно. Мы быстренько добавим и пойдем смотреть его инвентарь. И он это все продает. Ого-го, у него там... Ух, там вообще жесть. Там 12 страниц ключей, и это просто вот меня поразило. Чувак, это просто, слышь, я тебе говорю, он продал душу дьяволу. Не может быть у нормального человека такого количества ключей. Ну, какой-то. Мы приблизительно посчитали там на 800 баксов только ключей, но а вот ножи, которые там попадаются, это вообще истерика. Там по 500, по 800, по 1000 баксов есть ножики. Так что Урт богат. Не слушай, знаю, не по заслугам, наверное. Как, почему не по заслугам? Может, на самом деле у него просто, как бы, может, он просто, как тебе объяснить? Может, он спит с женой президента? Или, не знаю, с президента ребенком? Вольво? Или я не знаю, ну, может быть и так, а может просто... И она ему дает, только дает ключами. Да нет, просто... Она ему может давать бабки, а он... А он ей ключи, да? Да. Ну, короче, какая-то непонятная махинация. Ну, если что, пишите Гейбу Ньюлу в Твиттер сразу просто. Пишите, Гейб, что сделал Лурд и почему у него столько ключей? Так, а вот агрессивная игра от Кенниса с ВП, открывая счет фрагом в этом раунде, спокойно забирает Ковальского, беспрепятственно уходит на главочку, ну и, собственно, все четко. Так, Минис ждет ковры. Слушай, по-моему, пойдут на... Но вот то, что дуга сейчас здесь у французов занята, явно это испортит всю погоду на планете Добрый Гейминг через несколько секунд, потому что трио принимает А, и дуга поджата. Мич, услышит топ, дуги понимают, что будут сжать, вот сейчас надо убивать. Но нет, продлевают дым французы, и сдержанно, спокойненько уходят с дуги. Поляки собираются пройти в дым, Лурд готовит гранату, но там по-прежнему два французских игрока, СФ. На ожиданиях, в упоре, флешка. Ну, разменом забрали. Джиму XSF спокойно забирает пищу Лурда. И убивает бомб кэрри на центр последний. Ну вот он с плитом выходил с 15. Пройти удалось, но Б3 его тормозит и не залетает. 13-11. Посмотри, что-то полякам здесь не везет. Вот как-то прям я даже не знаю, как это описать. Ну, вот так вот. Казалось бы, все было шикарно. У Добрый Гейминг 10-5 первая половина, взятый пистолетный раунд, но... Проигранное эко, и все. Поплыли пацаны. И провал. Порвал. Давайте сломаем CSGO Launch. Просто все возьмем и поставим на все матчи. Друзья, все следующие матчи HellRaisers ставьте на команду HellRaisers. Вот особенно против французов. Сломаем CSGO Launch, наверное. Так, ну что ж, польская команда, эко-раунд на апленд. Не, ну уверенно, на самом деле, к вам мистик. Опа-опа, практически проблемы навязали на эко поляки. Ну как, Лурд может еще поставить бомбу, но это... Это не проблемы для француза, Лурд забирает Хартса, вот а это вот то, уже что... интереснее. А вот то, что у него есть смок и АКМ, это уже проблема, и флешка на 20. Ох ты щи! Вот это он сейчас может убежать на Б на просто таком уровне и тупо порвать. Вот это я узнаю старого Лурда. Тот самый старый Лурд, который из ситуации выходил из неудобной... Ну да, надо выходить из неудобного положения и... Знаешь, вот пятерых парней есть действительно просто чуйка золотая какая-то. Это Тасс, Лурд, Кубин, Нео и, конечно же, Паша. Вот этих... Ой. Пятерых парней ничего не удивит. Лурд постарается взять раунд. Один против двоих. Уходит на банан. Красавчик. В последний момент успел упрыгать после опена. Бомба, кстати, уже довольно-таки быстро пикает. И они французов... знают. Французы даже не понимают, куда он ушел. Дают дым туда, куда надо. Молодцы. И Лурд палит свою позицию. Лурд свою позицию. И здесь должно быть все без шансов. Да, да, СФ спокойно забирает поляка. 14-11. Команда Добрый Гейминг в шаге от провала и от того, чтобы вернуться в про-серию. Как ты думаешь, их возьмут в... какую-нибудь организацию или не возьмут? Блин, на самом деле я вообще вот в свое время поиграл очень много на проуровне, и действительно, когда ты играешь, и у тебя нет никакой поддержки, и при этом у тебя есть результаты, это плохо сказывается на твоей морали. Результатов пока у Добрый Гейминг нет, но как у только... шанс был, но, как я только понял. Результаты появятся, я думаю, организация также появится. Сейчас все более просто в плане спонсирования. Если у вас есть результаты, у вас будет поддержка. Походу, это 15-11.
Да, это 15-11, и СФ теряется на дуге. Ну, 3 в 4, здесь удымление ямы не выпустят, оттуда Мичу. Да, как выходить к красному Мичу из ямы, а еще понятно. Прикол такой, скорее всего, их Matthew Makers подписывали на то, что они возьмут квоту в Катовицу, но по непонятным причинам, несмотря на то, что были польские, национальные, я не знаю, почему, вот, например, команду Virtus.pro никто не пригласил в Катовицу. А, там 8 же мест разыгрывали сразу. Да, и у поляков были до этого момента не очень хорошие результаты. Врыв под флешку на главку, ну и спокойно кванместик берут 15. Так вот, Matthew Makers их походу и кикнули, то, что они не взяли квоту в Катовицу. Но прикол какой, если они национальные отборочные проиграли Virtus.pro и все было предсказуемо, то на европейских отборочных им не... Опа. Опа. По-моему, кто-то сейчас хочет получить из дигла в голову, сказал я себе, глядя на СФ и на то, что он купил. Он сейчас пойдет Снегивым или что это? Что это так? А, да, 5-1. Это машинган, он пойдет сейчас божить с ним. Да, мой Негиб. Кстати, у меня такой же выпал с ящика. Самая ненавистная шмотка среди всех. У меня тоже. Я, чувак, открыл парочку сундуков и проклинал этот, эту, как она называется? Негив. Все Негив. Ненавидят Негив, потому что он выпадает всем в ящиках, он никому не нужен. Он еще называется Terrain. Это типа земля, что ли? Да нет, вроде. Rain, дождь. А что такое Ter? Ну, Terrain, земля, походу. Хотя... Почва, почва, как-то так. Фиг его знает. Короче... Оп, Кеннис минус Ковальский. Сыграли. Но при том, что он ждет мид на голову. Как тебе вообще? Нормальный парень. О! Опа, опа! Опа! Ну и Насен штрафует своего дерзкого оппонента. Забирает на главке СФ. Ну а дальше все по сценарию французской команды. Живых остается только Мичу. 13% здоровья. И да, это ГГ. Ну как-то вяло во второй половине играет польская команда. Очень-очень слабенько. И я ожидал на самом деле от них другого результата. Ну что ж, незаурядный матч на самом-то деле. Французы его выигрывают. И я сейчас попробую быстренько сделать счет. Да, все получилось. Следующая встреча, которую мы с вами будем смотреть, это, конечно же, матч команды Alternate Attacks и коллектива из Эстонии OnBots. Мы вернемся к вам уже под начало замеса. И матч начнется через, наверное, минут 5, если я не ошибаюсь. Что-то вроде этого. Так что далеко не разбегайтесь, мы скоро вернемся. Так, чуть забыл. Время сейчас быстренько вам поставлю, чтобы вы видели. Во, теперь видно. Сегодня у нас очень плохо работают титры, друзья, поэтому на экране минимум всего.